Всем привет! Четвертая серия сериала «Бывшие» выйдет 11 февраля 2021 года. Напомню, что в прошлом эпизоде Илья снова повторил свою ошибку. Он завел роман с женщиной, которая устала от жизни и готова убить себя в любой момент, но при этом она еще хочет забрать и другие жизни. Илья думал, что она блефует, потому что так поступали многие алкоголички, которых он впоследствии вылечил. Однако все намного серьезнее. Эта дама даже сделала инвалидом своего бывшего мужа. И это говорит о том, что она вовсе не шутит. А Илью она чуть не угробила в ДТП. Другой бы на месте Ильи бежал бы куда подальше от этой ненормальной. Но нет, он словно специально ищет себе проблемы, портя этим жизнь. Скоро у Ильи добавится трудностей, ведь из Кемерово возвращается Яна, которая в данный момент готова проводить время только с ним. Чтобы не пропустить анонсы к новым сериям, обязательно подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео первыми.